Шефер исследовать уничтоженный лес. Но с помощью ярла Краха Анкрайта его удалось переубедить. Так, надо найти чертежи. Писаришка? Бумага марака? А ведь бумага... Это еще что? Ну, гравировка. Украшение. Расплавишь клинок и откуешь за... Значит, верну. С удовольствием. Будь здоров. Какой-то ты с лица нездоровый. Моей маленькой Норгун завтра день рождения. Что стоит там? Наложили полные портки, будто Рагнар рёк. А это всего на всю башню. Соберем воинов и вперед, за славой, говорю я вам. И пропасть, как дед, нет. Это башня прошлая. На чем богов притягивает. Прошлая я... Не то, что мы... Ну, все. Oh!
нехорошо. Чем с этим?
что, драться расхотелось? Чем с этим? Thank you.
место силы. Отсюда изливается магия. Украшение. Значит, верну. С удовольствием. Будь здоров. Тут порядочные люди живут. И лучше маленькие не очень завтра держи. Здесь воняет падалью. Трупоеды. Ну, сколько мне еще ждать?
Все. Thank you.
Ну, все. Ну, пошло. Глазка свет, башка седая. Сколько мне еще ждать?
Логово сирен, надо бы от него избавиться. Меч подержать. Отлично собрали комплект. А чудовищу было больно, когда ты его убивал? Надо посмотреть ингредиенты, какие нужны.
Вот шкуры драконида, по-моему, нет. Ты видел чертежи? Странный дракар мы. Рори, не жри столько! Это еще почему? А эта микстура зачем? Что волосы? А что в ней? Мелисса, крапива и... А. Интересно, такой ли ты крепкий, как вы? Может, на корабль хочешь наняться? Снова какой-то хворый к друидам. Эй, ведьмак! Не страшно. Не ищешь ли? Маленький Морган завтра не будет. Фу, трескатно-то было, верно, не связано. Еще что? Ну, гравировка. Значит, вернул? С удовольствием взгляну.
бабла-то 241. Бабрышка-то мало. Это означает, что надо баблишко искать. Будь здоров. Воздух на большой земле. Трис не сумела помочь Геральту, но направила его к Карине Тиль, а нейромантке, которая преуспела в розыске пропавших. Благодаря анейромантке Карине Тилли, ведьмак увидел, как Цири встречается со мной, то есть с Лютиком. Так Геральт узнал, что если он хочет найти Цири, то должен сперва отыскать старого друга. Ну вот, остается знаки вопроса искать. И пару тысяч накопить. Лишь 15 килограмм.